Первая охота. Вышел щенок во двор и стал цыплят ловить. А они по двору разбежались. Выбежал щенок в поле, посмотрел кругом, сколько красивых бабочек летает. Бросился он за красной бабочкой. «Где же бабочки? Куда спрятались?» А красная бабочка села на мак, желтая на одуванчик, белая на ромашку, вот и не увидел их щенок. Стал щенок охотиться на птиц. Увидел на ветке маленькую птичку, вертишейку. Хотел ее поймать, а вертишейка юрк в гнездо. Поднялся щенок на задние лапы, а из гнезда высунулась длинная шея с маленькой головкой, как у змеи. Испугался щенок и бежать. А тут жук-бомбардир идет себе спокойно, не боится щенка. Догнал его щенок, хотел схватить, а жук как выстрелит в него вонючей струйкой, прямо в нос попал. Вернулся щенок во двор, залез в конуру и нос не высовывает. А все снова за свои дела принялись. Конец.